Ну что, привет, я Нубастер. И я пошел в закулисье, чтобы найти новых монстров из игры Бан-Бан. Это не про тебя, болван, не про тебя. Нет, Банчик, не ты, Бан-Бан. Не ты, болван. Нет, не это я, болван, конкретный. Потому что я забыл шапочку. Шапочку в закулисье, без нее здесь никуда. Сменяю свою черную шапочку на желтую шапочку. Это что здесь такое? Так, подождите. Так, исправить, взять, перенести к Бенчику. На, с Бенчиком подружись. Бенчик хороший. Понятно. Лучше... Ты что, страус? Ладно, давайте, знаете что? Смотрите, ребята, что я нашел здесь за кулисами. Новый геймпасик. О, вот это да. Смотрите. Руки бензопилы, голова бензопила. Давайте вкупим его прямо сюда. Наденем так. Стоит 350 робоксов. Это очень много, действительно, это просто целое, я не знаю, целое состояние для меня лично, но мне бабушка сказала, да ты проверь, я тебе скину, говорит, со своей пенсии, она мне скинула со своей пенсии, сейчас мы на Бенчике проверим, на бабушкины робоксы, ну все, Бенчик, смотрите, так, бензопила, отлично, ребята, бензопила, кстати, она наполняет нас бессмертием, мы, смотрите, у нас просто не тратится здоровье, так, она может, смотрите, что делать, Бенчик, я тебя тут немножко подровняю, волосики в носу сейчас, опа, ничего себе, она мощная, ну все, я отправляюсь на поиски сегодня, давайте снимем это опасное оружие, в общем, ребят, сегодня отправляюсь на поиски Бан-Бан, где-то здесь он должен находиться, я не знаю, что меня ждет, смотрите, тут еще дрончик есть. Ребят, смотрите! О, ничего себе, сколько дрончик стоит? Дрончик стоит 500 робоксов. Дронь, летай и шпионь. Представляете, мы можем шпионить. Ну все, давайте, добиваем. Добиваем много лайков этому ролику, и я покупаю этот дрончик. Согласны? Давайте, ставьте лайки прямо сейчас, и тогда в следующем ролике я обязательно куплю. Мы заценим, что это такое. Мы с вами походим, полетаем, поглазеем. Это будет просто бомба. Поэтому я советую прямо сейчас поставить лайкосик на этот видосик, а я отправляюсь дальше. Я собираю все нужные для себя геймпасики. Ну там типа всякие молоточки, цветочки. Нет, цветочки. Не собираю. Только молоточки. Да, молоточки. И вот я залажу, везде лажу. И я что-то нахожу, я уже нашел, смотри. Да не ты мне нужен. Не ты мне нужен зеленый огурец. Мне нужен другой чувачок. Совершенно туда не полезу, не хочу я ножки свои повреждать. Вы видели, там что-то лежало. Вон там, ребята, морфик. Уху, ничего себе, я его что не видел. Да я сам как морфик. У меня башка, как у этого, как у... Ну, вы поняли, я сам на морфик пошел. Ничего себе, прыгнул сюда и нашел вон кого, какого красивенького. А что теперь, лазеры у меня забирают жизнь? Все, правда? А шапка? Не понял. А шапка моя, зачем? Вы что, совсем? Ребят, все, шапку отказываюсь носить, потому что вы видели все сами. Сами все видели, я в шоке, моя шапочка не помогает. Ты здесь до сих пор стоишь. Бенчик, ну уже подружись. В общем, давайте посмотрим, дальше пойдем. Дальше пойдем, мы куда-нибудь нырнем. Вот сюда. Ой-ой-ой. Оу, нет! Все, превратился в сосиску, порезанную сосиску. В общем, ладно, давайте сейчас из меня там пока что готовят пиццу. Я обновленный, бегу. Я уже запомнил, да, у меня должен... Голубая горочка меня привлечет, меня приведет к удаче. Давайте возьмем сразу-то красный ключик здесь, красный, опасный. Давайте его возьмем сразу. Для нас будет он не опасный, для нас он будет прекрасный, потому что он нас приведет к новым морфикам. Где же новый морфик? Вот, допустим, чувачок. Вот, допустим, червячок тоже хочет что-то собрать. Я буду все смотреть, знаете... Я совершенно не знаю, где какой морфик лежит. Я просто бегаю, отправляюсь, и я... Ничего себе, вы видали? Вы видали? Я получил прекрасные медали. С буковкой F. Так, там что-нибудь есть, как думаете? Я не знаю. Давайте слазим, посмотрим, что ж. Я тут немножко потренировал свой... Ничего себе! Воу-воу-воу-воу, приятненько. Приятненько за паркурчик мне дали просто... Вау, ничего себе, вы чё? Вы чё, реально меня хотите? Вы чё, хотите меня это, чтобы я вообще тут это... У меня ничего не в карманы не влезло? Вау, сколько морфиков я собрал! Ничего себе! Я попозже открою таблицу, панель эту с морфиками, мы посмотрим, заценим, что там есть. Я пока что здесь весь. Я пока что здесь все посмотрю. Палочку возьму еще разочек. Мало ли мне придется отковырять цветочек. А, вот и говорил, отковырять цветочек придется. Так... Так, я не понял. А, ну вот, мы ждем, взламываем паутину, мы хакеры, взломка! Взлом паутин произошел. Кто это? Кто это такой? Понятно. В общем, приятно. На самом деле мне нужен Бан-Бан.
О, где же он? Я не знаю, ребят. Бан-бан, мне написали в комментариях, что да, чувак. А, не успел взять, не успел. Как его взять? Подожди. А, ты, берись. Берись, не дерись. Взял, успел. Нет, взял, успел. Нет, не успел. Взял, все-таки взял. Ребята, взял, я крутой. Крутой, ничего себе, там какой-то бутербродный морфик. Ладно, погнали отсюда. Здесь мы все уже проглазели. Все, это называется полное прохождение. Полный алгоритм Нубастера по поиску морфиков. Поняли, да, как нужно все собирать? Нужно все глазеть, глазками хлопать несколько раз, чтобы все смотреть, все смотреть. Потому что можно пропустить просто за секунду, а потом будешь мышц страдать. Ничего не сможешь собрать, будешь думать, где, что? А это все... Не понял, ты как там? Ты чё так далеко зашел, шлепа? Ну-ка быстро уходи отсюда. Ты чё? Ты нарушаешь правила. Бродит где не надо. Короче, давайте посмотрим. Сколько сегодня? Сегодня самый рекордный... Этот, ребята, самый рекордный ролик по поиску морфиков. Я вас это напоминаю, что, ребята, обязательно поставь лайкосик, тогда я куплю новый геймпасик, да, за счет лайкосиков я только тогда пойму, что вам действительно нужно, что вам интересно, просто если вам не интересно, тогда зачем мне это не полезно будет покупать всякие морфики. Так, что это означает? Здесь тут потерялся, так, разволновался, так, новый инструмент, что он может делать? Так, типа, не знаю, что он делает, но мы его с собой возьмем. У меня еще место есть в кармашке. Для бумажки тоже пригодится. Так, ничего себе, рука колбаса. Это нормально, такое бывает за кулисами здесь. Рука колбаса меня вообще не удивляет. Даже если у тебя рука лиса. Ребят, мне все равно, давайте погнали, в общем, дальше. Мы попробуем найти еще серьезнее морфики. Отправляемся туда. Ну ладно, пока деревня. Пока деревня, там где-то он стоит со своей вилкой. Давайте посмотрим вот там, где ручки. Ручки в кучке, сейчас зайдем. Посмотрим, все, мы сейчас найдем. Тихо, 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 тихо. Вот, все, прошел. Так, ничего не нашел. Сюда зашел и... Здесь я должен явно что-то найти. Здесь не был целый год, походу. Я не знаю. О, ничего себе, сколько тут морфиков. Собирай все. Вот он первый, ребята. Первый бан-бан и нашел. Уху, но это не бан-бан. Мне говорят, что красный бан-бан. На самом деле я болван. Потому что я думал, что это бан-бан. Сори, ребят, сори, что я вас так подвел, не изучил до конца игру. Но вы меня всегда поддерживаете. Вы всегда мне подсказываете. Спасибо вам. Ну давай, дощечка, ты что? Ты что? Подводишь человечка. Давайте сразу вот здесь возьмем. О, ничего себе, там пока быстрее, быстрее улетаем, а тут там ослик, ослик. Ты что натворил? Ну ты что натворил, ослик? Ты вообще что ли? Ребята, он крэзи, походу. Походу, без шапки не обойтись. Потому что там такие, не знаю, давайте возьмем сразу молоточек, потому что он мне явно пригодится. Это даже хорошо, что я здесь появился. Мы туда даже телепортнемся. Так, батарейка, батарейку мы используем после ослика сразу же. Давайте возьмем вот молоточек, телепортнемся к этому ослику, который нас уже там заждался. Он мега-супер разволновался, куда же я пропал. Да я тут, дружочек, пирожочек. Сейчас возьму только дощечку и пойду найти морфик для человечка. Так, в прошлый здесь я нашел радужного друга. Окей, там вон кто-то у нас есть. Так, а допрыгнули я туда? Не допрыгну, совершенно не допрыгушки. Вообще, ребят, погремушки какие-то. А как мне допрыгнуть? Ты не понял. Не понял, что-то вообще, во, нормально. Нормально все-таки получилось. О, да тут морфиков просто завались. Вы только посмотрите, ребята, вот это да. Называется Нубастер, недельку не заходил. Не заходил, ничего не понаходил. Я просто здесь всех удивил. Вы только посмотрите. А! А, носок порвал! Вы видели? За дощечку зацепился. И все, ребята, я вниз спустился. Так, давайте посмотрим. Так, так, ну, Нубастер, тихо. Паркурчик, паркурчик. Ну, паркурчик у меня так себе получается. Бабушка хихикает, говорит, ты что? Ты, говорит, вообще паркуришь так, как это? Как, не знаю. Как кто, бабушка? Бабушка, как кто я паркурю? Ну-ка быстро, давай, обзывайся так, давай, по максимуму. Как кто я паркурю? Она говорит, что я паркур как пирожок с картошкой. Что это значит? Я не понял. Ну, типа, это плохо, да? Ну, походу, плохо. Ребят, походу, плохо. Бабушка меня забулила. Нужно, короче, быстрее отсюда убегать. Давайте посмотрим. Вот там что-нибудь мы сможем подсобирать. Так, называй. Так, быстрее, быстрее. Взлом происходит, потому что ослик меня учил. Меня пахнет мармеладкой. Он явно хочет меня сожрать. А ослик сюда не может доходить. Так, бан-бан, фиолетовый, отлично. Так, 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 так. А как это открывается? А, понятно. Понятно, вот, ну, Бастер разбирается, как здесь все открывается, какие здесь морфики валяются. Ничего себе, вы только посмотрите, сколько я морфиков нашел.
Я просто сегодня во вкусе. Я просто, ребята, вкусный. Вкусный, не грустный, потому что мне очень весело. Я в настроении, у меня... Подождите, это не работает. О, смотрите. А это не работает. Смотрите, что такое. Закрыли, заперлись. Вы что там делаете? А? Не понял ничего. Вы чем там занимаетесь? Двери не открываются. Вы это видели? Мне это не нравится. Так, я не понял, ребят, не понял, что такое. Что такое? Так, быстрее бежим, быстрее спешим. Так, вот, понятно, взлом не произошел. Так, а сейчас, вот, произошел, должен сейчас открыться. Ничего не открывается. Мне это не нравится. Ладно, давайте посмотрим. Отправляемся на спавн. Нам потребуется, значит, снова взять некоторые инструменты. Мало ли нам они понадобятся. Не забываем ставить лайки, потому что дрончик в следующем видосике. Обязательно я его приобрету. Ну, если, конечно, я лайкосиков наберу. Если лайкосиков не будет, то мне без вопросиков это не надо. Совершенно дрончик мне не нужен. Я лучше себе футболочку куплю в Робоксе или кофточку куплю себе в Робоксе. За Робоксы. А чем этот дрончик здесь тоже за Робоксы покупается? Поэтому, если вам это понравится, то обязательно, ребят, ставьте лайкосики. Так, этот кот мне бутерброд тоже... Давайте, короче, по пути сейчас зайдем в мега-супер... толстенький. Не могу пролезть туда. Совершенно не могу пролезть. Ладно, у меня есть, остается тут... Еще несколько комнат. Мне очень интересно. Первая комната это... Ты куда там лезешь, червячок? Ты куда там лезешь, чувачок? Нам вот сюда надо. Вот сюда отправляюсь, ребят, сразу смотрю, какие здесь морфки появились. Походу, что-то должно там появиться точно. Только не здесь, вон там, в секретном месте. Ладно, тут уже ничего себе. Здесь уже поезд Чарльз стоит. Ничего себе, ничего не говорит. Смотрите, ребят, отстань от меня, ты что? Ты что ко мне докопался? Мне тут морфики нужно собирать, а не с тобой, значит, общаться. Так, ничего. Ничего себе, два морфика. Это кто? Я уже устал, ребят. У меня уже просто карманы полные, полные морфов. У меня уже, я не знаю. Бабушка меня не узнает. Скажет, ты что, потолстел? Нет, ребят. Это у меня морфики в кармашке. Так, тихо, аккуратнее. Аккуратнее, паровозик, я тебе что? Фух, я думал, там морфик. Ребят, я устал уже собирать морфики. Ладно, ребят, на самом деле мне нужно отправиться в одно местечко. Мне очень интересно, здесь столько комнат. Я даже не знаю, куда мне пока что отправиться, но я знаю, что сначала я пойду к фигуре. Давайте зайдем к фигуре. Затем мне нужно пойти туда, где требуются, получается, батарейки. Фигура, здорово, уже полвторого. Это значит, что у тебя тут должен быть забран морфик. Отлично. Отлично, кто это такой? Кто это? Вау, это мистер Морф. Ребята, смотрите, мы можем стать здоровенным морфиком. Так, смотрим, все. А то мне снова напишут в комментариях, что я совершенно ничего не вижу. Обычно мне очень грубо пишут. Типа, ты слепой, ты не увидел морфик никакой. В общем, ребята, я стараюсь. Если честно, я очень стараюсь. Я глазками хлопаю, так что... Вы смотрите, что я нашел. Вы смотрите. А подождите, ну это было, да? Это было, это ничего такого. В общем, ничего такого. Так, тут тоже ничего такого. Морфика нет совершенно. Ребят, я правда стараюсь. Молоток забыл. Ой-ой-ой-ой-ой, что я натворил-то? Я молоток забыл. И что теперь делать? Что мне теперь делать? А, это не моя мама. Точно, это не моя мама. Не-не-не-не-не. Моя мама так не делает. Отстаньте от меня, тетенька, вы кто? В общем, погнали вон туда. Сейчас мы зайдем. Тихо, мальчик, отойди. Отойди, там посиди. А мы пойдем туда, где требуются батарейки. В общем, ладно, фигура пускай там обойдется. В общем, она нам пока не интересна. Нам мне интересно вот это место. Смотрите, подождите. Подождите, там я что-то вижу. Подождите, там я что-то вижу. Раз. Что-то вижу, подождите, тут я что-то вижу. Два-с. Так, тут еще нету, отлично, три-с. Там кто-то смотрит, 4-с. Ага, ребят, вот это да. Давайте, у меня здесь батареечка есть. Сюда мы сразу отправляемся. Отправляемся, чтобы позырить. Давай, давай, быстрее, потому что я хочу еще успеть. Я хочу еще успеть. Давайте быстрее. Так, нажимаем. Все, отправляем, ребята. Так, кто это такой? Я не знаю, что это пушистый заводной. Это не. Со мной не надо так вот так. Давайте туда не будем отправляться. Мы должны успеть. Да, не успел. Или успел? Я успел. Нет, не успел. А-а-а, закрывается. Так, хотя бы туда отправляюсь. Так. Да, я, ребят, отправился туда, куда мне нужно. Круто. Так, со мной тут все здороваются, я тоже со всеми здороваюсь. В общем, беру этот ключик, потому что он мне явно пригодится. Смотрите, что это такое? Здесь уже нету лифта, ребят. Что это здесь происходит? Смотрите, здесь какие-то люди. Вы кто? Вы кто? Мы вас не звали. Ребят, давайте все гвоздеть, давайте все смотреть. Вы только посмотрите, кто тут за колесе. Я как червячок. Ой-ой-ой, какая поза. А-а-а! Ой-ой-ой, у меня заноза. Подождите, где я? Я попал куда-то, ребят, я попал. Я реально попал в какой-то... заведение. Так, открываем. Взломка происходит. Я буду сегодня читером. Так, отлично.
у меня отлично получается взламывать. Опа, ничего себе, это легче не придумать. Просто на буковку Е нажимаю, и взлом происходит. Кто это? Кто это, напишите в комментариях. Я потому что не знаю. Я совершенно с ними не встречался. Я волновался. Думал, что какие-то меня морфики подождут серьезные. Но вот этих чувачков я не знаю. Походу, это из игры Банбан. Точно, это из игры Банбан. Это птичка, она синичка, она меня не любит. Совершенно не любит. Ребята, потому что... Как я теперь выберусь? Помогите, взломайте мне. Помогите, я застрял. А как я теперь отсюда? Я не понял, ребят, походу все, мне конец. Как мне отсюда выбраться? Придите за мной. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь с моей судьбой. Я здесь застрял конкретно. Ну все, ребята, я вас здесь жду. Давайте, придите ко мне, заберите меня отсюда, пожалуйста. Помогите мне кто-нибудь. Мне ничего не получается, как мне взломать это все? Я не понимаю, двери не открываются. Ребята, кто-нибудь за мной сюда, придите, пожалуйста. Я вас здесь, в общем, буду ждать. Если вы сюда придете и меня тут не будет, значит все. Первое, меня кто-нибудь мог спасти, другой. Второе, что-то стало с моей судьбой. Ну, типа, я все, мне, ребят, конец, походу. Если вы тут придете, я тут буду валяться, это значит, я не сплю. Ребят, я не сплю и не храплю. Вы понимаете, что мне тут осталось? Воздуха немного, быстрее, я вас жду, жду, быстрее приходите, кстати. Лайк не забудьте поставить. Да, лайкосик, подпишись на канал, напиши комментарий, и тогда только приходи ко мне, все. Давайте, ребят, приходите. Меня тут вообще закрыли, даже здесь. Меня теперь вообще закрыли, везде.